В середине зимы моя подруга из Тольятти, я сам из Костромы, мы бы дожили до лета. Там секир башка, но в кокаине было 8 к 3 зубного порошка. Пришлось там ехать через люк. При свете косяка она решила ехать в Мекку. Я сказал пока. Okay.
7 недель не брился, 8 суток ел грибы. Я стал похож на человека героической судьбы. Шаманы с докторами спорят, как я мог остаться жив. Но я выучил суахили, сменил культурный миф. Когда в село войдут пришельцы, я их брошу в тюрьму. Нам, русским, за границей иностранцы ни к чему. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули.